ВМС США нанесли новый авиаудар по целям хуситов в Йемене. Истребители уничтожили 3 позиции противокорабельных ракетных комплексов, которые готовились к стрельбе. Это, как сообщается, уже 6-й удар США и союзников по поддерживаемой Ираном группировке. Хуситы, несмотря на это, обещают не отступать и продолжить атаковать суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа. Ранее в пятницу они заявили о точном попадании в танкер, принадлежащий США. Пентагон, в свою очередь, заявил, что обе ракеты цели не достигли. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что у группировки все еще есть некоторый наступательный потенциал, но действия США будут продолжены. Хуситы, в свою очередь, настаивают, что атакуют только суда стран, связанных с Израилем. В пятницу один из лидеров группировки «Ансар Аллах» Мухаммед Аль-Бахити заявил российским СМИ, что все остальные суда, в частности российские и китайские, могут проходить через Красное море беспрепятственно.